Егор, поздравляю тебя с дебютом. Какие эмоции от матча? Исключительно положительный. Ну, конечно, не тот результат, который хотелось. Локомотив всегда прежний — это выигрывать и побеждать. Ну, ничья, ну, имеем, что имеем. Эмоции только положительные. А когда ты узнал, что выйдешь сегодня в старте? Как отреагировал на это? Я узнал сегодня на установке. Отреагировал, ну, спокойно. Мы футболисты, и мы каждый хотим выйти в старт на большой стадион. Вы с Худи хорошие друзья, он как-то отреагировал на то, что ты сегодня сыграешь? Подошел, поддержал, сказал, спокойно, так как умеешь, и все будет нормально. А что сказали остальные партнеры по команде? Поздравили, может быть, поддержали? Да, ну, подходил Дима Баринов, сказал, спокойно, типа, ничего такого, ты просто выходишь, играешь, как умеешь. Ты все умеешь и делаешь то, что нужно, и как требует ситуация. Главное, надежно. Комфортно с Димой Бариновым было играть, да, в обороне? Да, он подсказывал, все было хорошо. Также Наир Технизян подсказывал постоянно, Антон Миранчук. Всем спасибо большое. Получается, у тебя практически не было времени на подготовку, пришлось еще перестроиться немного на другой стиль игры. Ты уверенно себя чувствовал? Да, я же тренировался до этого, до молодежки игры с основным составом. И то, что требует тренера, я все знал. Выходил и знал, что делать. Показалось сегодня, что ты действовал очень уверенно и спокойно. Это только так казалось, или ты правда влился в игру с первых минут и не думал даже о дебюте? Я влился в игру с первых минут. На такой матч выходишь на большой стадион. И главное, морально быть готовым к тому, что происходит на стадионе, болельщики, другая атмосфера. А так все было спокойно, достаточно. Как считаешь, у тебя все сегодня получилось? Ну, в единоборствах и отборах мне более-менее все понравилось, а начало атаки еще можно работать и работать.